Здравствуйте, в эфире вечерние новости на телеканале ЖТСУ, в студии Айсулу Жандосова, сурдоперевод Даурена Абдрасилова. В Казахстан с официальным визитом прибыл премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. В рамках двухдневного визита главы правительства Грузии проведет ряд переговоров с казахстанской стороной по вопросам углубления двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Согласно статистике, только за полгода товарооборот между Казахстаном и Грузией увеличился в 5 раз и составил 150 миллионов долларов США. На встрече министры двух стран обсудили основные направления и перспективы казахстанско-грузинского сотрудничества. Также были затронуты актуальные вопросы международной повестки дня. В этом контексте министры высоко оценили уровень сотрудничества двух стран в рамках международных организаций, в том числе ООН и ОБСЕ. Стороны подтвердили, что у торговых отношений есть будущее, и договорились принять конкретные меры для увеличения объемов товарооборота. Особое внимание было уделено развитию сотрудничества в сфере транспорта и связи. Наряду с этим представители государств рассмотрели вопросы развития транскаспийского международного транспортного маршрута с использованием Батумского нефтяного терминала и порта, основных казахстанских активов на Южном Кавказе. Подготовка к предстоящему отопительному сезону должна проводиться своевременно и на должном уровне. Об этом заявил аким Алматинской области Марат Султангазиев во время планового заседания. Особое внимание глава региона отреагировал на своевременное обеспечение углем. К слову, общая потребность для населения области составляет 761 тысячу тонн твердого топлива. Имеется 47 угольных тупиков и складов. По словам руководства районов и городов, средняя цена угля на местах составляет от 13 до 16 тысяч тенге. На сегодня в регион в сутки поступает около 25 вагонов, а это 1725 тонн твердого топлива. Наряду с этим отмечена слабая работа по заготовке угля в Балхашском, Илийском, Раймбекском и Талгарском районах, а также в городе Кунай. Глава области отметил необходимость усиления работы в этом направлении. Для своевременного обеспечения углем нужно согласовывать объемы закупок с представителями топливных баз и контролировать их выполнение, дополнил Марат Султангазиев. В первую очередь особое внимание необходимо уделить социально значимым объектам – больницам, дошкольным и другим образовательным учреждениям. Первому заместителю акима области Турлашеву, управлению энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области, акимам районов, городов и администраторам бюджетных программ поручаю устранить вышеуказанные недостатки в период подготовки к отопительному сезону. Акимам районов и городов необходимо продолжить заключение меморандумов с угледобывающими компаниями по установленным ценам, обязательству по своевременной отгрузке, а также по обеспечению угля в соответствии с утвержденным графиком. Взять под жесткий контроль обеспечения населения области углем, не допустить возникновения социальной напряженности и дефицита, провести разъяснительную работу среди населения, организовать доставку угля автомашинами и, самое важное, не допустить роста цен, оказать соответствующую помощь по обеспечению твердым топливом социально уязвимых слоев населения, следить за тем, чтобы ремонтные работы энергоорганизации проводились в соответствии с планом, обеспечить своевременную поставку топлива на объекты бюджетной сферы. 72 новых случая заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Алматинской области за последние сутки. С начала пандемии в регионе зафиксировано свыше 34,5 тысяч лабораторно подтвержденных случаев заболевания. По сравнению с последними двумя неделями, темпы роста по области находятся на одном уровне. За неделю в регионе заболело 528 человек. Наибольшее количество приходится на Илийские и Карасайские районы. В области продолжается работа по вакцинации и ревакцинации населения. По статистике, на 27 июля курс ревакцинации прошли 299 тысяч человек, то есть 62,5%. Важно отметить, что 77 тысяч из них ревакцинировались вакциной Камернати от компании Pfizer. В рамках программы повышения доходов населения в стране будет создано 2 миллиона рабочих мест. Более 140 тысяч из них планируется открыть в Алматинской области. В целом в регионе по данному направлению ведется большая работа. Все подробности в сюжете.
Программа повышения доходов населения до 2025 года разработана с целью стабилизации социально-экономической ситуации в стране. Добиться этого можно, решив такие актуальные на сегодняшний день вопросы, как создание рабочих мест и поддержка молодежи. Зачастую молодые специалисты без опыта просто не могут найти работу. В такой ситуации помогает молодежная практика. Опробовала ее и начинающий ветеринар Вероника Бабикова. В 2019 году окончила аграрный университет в городе Алматы. Сразу же после университета я вышла в декретный отпуск. По истечению 2 лет, искала себе работу, желательно по профессии. Но куда бы ни обращалась, как говорится, говорили, не место, нигде нету. Везде штат занят, везде штат полный. По новостям увидела, как президент говорил, то, что такие возможности сейчас есть. И про молодежную практику. Обратилась в центр занятости молодежной практики, в ветеринарную станцию города. Работаю здесь с 1 февраля, уже на протяжении, 5 месяцев, 6-й месяц идет. В этом году заработная плата участников данного проекта увеличена с 25 до 30 МРП. В целом предпринимательство является важным звеном экономики. Эта отрасль имеет большое значение в повышении доходов населения. Сейчас есть немало возможностей для тех, кто хочет начать свое дело. Можно пройти специальное обучение и получить безвозмездный грант. Такой возможностью и воспользовалась жительница города Конаев Бану Толеова. На 1 миллион 200 тысяч тенге она начала свой бизнес и сегодня шьет одеяло на продажу. Сұранысқа ие болу үшін кішкене осындай базар орталықтарына келу керек болды. Раньше, чтобы повысить спрос, приходилось выходить на центральный рынок торговать. Сейчас у меня уже есть 200 заказов. Я приобрела качественную скоростную швейную машинку. Также я купила парогенератор и аппарат для раскройки ткани. В целом по области в рамках дорожной карты бизнеса в ближайшее время будет оказана государственная поддержка на 2,5 миллиарда тенге. Для реализации новых идей молодежи и социально уязвимых групп населения будут предоставлены средства. Планируется реализовать более 1000 грантов. Граждане социально уязвимой категории, а также молодежь до 29 лет могут получить безвозмездный грант в размере 400 МРП. До конца года будет рассмотрено 1031 заявок от молодежи, и кроме этого 1280 человек будут направлены на краткосрочные курсы. Программа повышения доходов населения успешно реализуется в Алматинской области. Сегодня в регионе работает 70 тысяч бюджетных и 50 тысяч специалистов производственной сферы. В ближайшие годы их количество планируется увеличить до 140 тысяч. В рамках программы разработано несколько проектов, в том числе инвестиционный портфель. В таких сферах, как металлургия, строительство, промышленность, общая сумма инвестиций – более 981 миллиарда тенге. 138 проектов уже утверждены. В рамках их реализации будет создано свыше 9 тысяч постоянных рабочих мест. Надежда Белова, Мадина Берек-Кызы, Еркин Тынымсеитов, телеканал ЖТСУ. Молодым везде дорога. В Кигенском районе ведется активная работа по трудоустройству молодежи. Только за прошлый год постное место работы нашли 187 человек. 63 из них направлены на молодежную практику. 36 человек трудоустроены на социальные рабочие места. Какова ситуация в текущем году, узнавал наш корреспондент. От молодежной практики до первого рабочего места. 22-летний Мадиар Сейтказы – участник сразу 2 этих проектов. В прошлом году он окончил Талгарский медицинский колледж. Сейчас работает медбратом в Кегенской районной больнице. И его пример не единственный. Бок о бок с ним трудится и Алибек Несипек, также ставший участником государственной программы трудоустройства. Здесь я работаю почти уже 8 месяцев. В 2021 году окончил медколледж в Талгаре, прошел молодежную практику, зарегистрировался на общественные работы, затем прошел в районную больницу и записался на практику, благодаря чему многому научился и в дальнейшем буду совершенствовать свои навыки. Первое рабочее место – проект реальной поддержки выпускников. С 2020 года реализуется он в рамках государственной программы «ИМБЕК» – развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства. В проекте могут принять участие выпускники, нигде не работавшие в течение 2 лет после окончания учебного заведения, а также безработные в возрасте до 29 лет, в том числе молодежь категории «НИТ». Специалисты отмечают высокую эффективность национального проекта. Один из тех, кто с целью трудоустройства также обратился в районный отдел занятости и социальных программ Шарбат Мажит.
По своей специальности она была направлена на первое место работы в наше учреждение. Уже ровно месяц мы работаем вместе. Всесторонне пытается освоить деятельность по всем направлениям. Мы, в свою очередь, всячески поддерживаем и помогаем. А в течение 1,5 лет при наличии у нас вакансии примем на постоянную работу. По требованию проекта работодатель заключает с Центром занятости соглашение о трудоустройстве молодого специалиста на постоянную работу не менее чем на 2 года. В первый год государство субсидирует ежемесячную заработную плату работника в размере 20 месячных расчетных показателей. Также при трудоустройстве приоритет отдается выпускникам из многодетных и малообеспеченных семей, а также трудоспособным лицам с ограниченными возможностями. Впрочем, есть и другие варианты трудоустройства. К примеру, проект «Контракт поколений». Его цель – заменить работника, достигшего пенсионного возраста, молодым специалистом, который получает возможность обучаться у наиболее опытного коллеги в течение 6 месяцев. К слову, в этот период зарплата контрактника субсидируется государством. Лиза Турарбек-Кызы окончила Алматинский государственный бизнес-колледж по специальности «Экономист-бухгалтер». В конце июня она получила диплом и вернулась в родной аул. Сразу же обратилась в центр занятости и получила направление в рамках проекта «Контракт поколений». Я не знала о существовании этой программы, обратилась в центр занятости. Мне все объяснили и по этой программе направили сюда. Отметим, что всего в Кигенском районе около 7 тысяч молодых людей, 140 зарегистрированы в качестве безработных, из них 24 уже трудоустроены на постоянную работу через центр занятости, 26 привлечены на общественные работы, 16 направлены на молодежную практику и 1 на социальное рабочее место. Жандос Назарбаев, Жазира Исаева, Бекжан Кенжебай, телеканал ЖТСУ, Алматинская область. В Алматинской области сотрудники полиции изъяли рога сайги на сумму 360 миллионов тенге. Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции Алматинской области совместно с сотрудниками КНБ в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержана группа людей. На трассе Алматы-Бишкек в северном направлении была остановлена автомашина. В ее салоне обнаружено 13 мешков с рогами сайги общим количеством 2048 штук. По предварительным данным экспертов, ущерб государству составляет 360 миллионов тенге. На подозреваемых заведено уголовное дело по статье 339 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к использованию видами растений или животных». В настоящее время задержанные находятся в следственном изоляторе. Начато расследование, прокомментировали ситуацию в департаменте полиции Алматинской области. Кыргызстан из Казахстана пытались провести лекарственные средства на 5 миллионов сомов. Незаконная транспортировка медицинских препаратов корейского производства была пресечена на границе. В ходе оперативных мероприятий пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской республики задержала 35-летнего мужчину, гражданина Кыргызстана. В результате осмотра грузовой автомашины Mercedes-Benz пограничники обнаружили более 11 тысяч упаковок медикаментов. Незаконный груз был выявлен на контрольно-пропускном пункте Ахжол автодорожный. Водитель пытался вывести товар без сопроводительных документов. После задержания изъятые медикаменты переданы в компетентные органы для дальнейшего расследования дела. Жадность сгубила. В Алматы задержан таксист, обманувший туристку из Италии на баснословную сумму. Как стало известно, в линейный отдел полиции воздушной гавани Южной столицы обратился гражданин, заявивший о противоправных действиях таксиста. В ходе выяснения обстоятельств дела стало известно, что мужчина довозил иностранку из аэропорта до гостиницы, при этом взял с нее плату за проезд в размере 45 тысяч тенге. По информации представителей департамента линейной полиции, им оказался 48-летний житель Алматинской области. Мужчина уже вернул лишние деньги туристке. Однако это не помогло ему избежать наказания. В настоящее время гражданин привлечен к административной ответственности. Напомним, с начала текущего года сотрудниками транспортной полиции за различные административные правонарушения к ответственности привлечены около 26 тысяч человек. К новостям мира.
Праздник воды и роз отметили в Армении. Вардавар – это древнее торжество, уходящее корнями в языческие времена. Каждый год его с нетерпением ждут как дети, так и взрослые. Суть празднования заключается в том, чтобы обливать друг друга водой, которая считается целебной. Вечером люди собираются на ужин, в меню которого обязательно входят запеченные яблоки. Также на праздник традиционно устанавливают букеты из алых или оранжевых цветов перед домом или на крыше. Ученые бьют тревогу. Арктические льды тают. Арктика нагревается быстрее, чем любое другое место на планете. Недавно температура там достигла рекордных 38 градусов. Резкое потепление привело к заметным последствиям. Значительно сократился снежный покров. Такое не наблюдалось последние 54 года. Площадь морского льда тоже рекордно уменьшилась. К 2030 году Северный Ледовитый океан может полностью освободиться от льда летом, прогнозируют авторы международного доклада. По мнению специалистов, к середине столетия температура вырастет на 4-5 градусов по сравнению с показателями конца прошлого века. Причина этому – избыток энергии в атмосфере и океане, накопленные за время промышленной революции. Такой была картина уходящего дня. Мы с вами прощаемся. До скорых встреч!